Почтеннейшие сударь и сударыни, здравствуйте! Многие из вас читали главное произведение в творчестве Михаила Юрьевича. Сегодня будет фатальное стихотворение Сергея Александровича в исполнении убежденного фаталиста до глубины души прочувствовавшего Печорина. Контекстуально сегодняшнее исполнение является логическим продолжением ролика за номером 29. «Простись со мною, мать моя, я умираю, гибну я, больную скорбь в груди храня, ты не оплакивай меня, не мог я жить среди людей». Холодный яд в душе моей, и то, чем жил и что любил, я сам безумно отравил. Своей гордой душой прошел я счастье стороной, и я видел пролитую кровь и проклял веру и любовь. И я выпил кубок свой до дна, душа отравою полна, и вот я гасну в тишине, но пред кончиной легче мне. Я стер с чела печать земли, и я выше трепетных в пыли, и пусть живут рабы страстей, противна страсть душе моей. Безумный мир, кошмарный сон, а жизнь есть песня похорон. И вот я кончил жизнь мою, последний гимн себе пою. А ты, с тревогою больной, не плачь напрасно надо мной. Всем спасибо.